Добрый день, уважаемые зрители! Мы с вами находимся на строительной площадке, где полным ходом идет возведение ПКТБ «Соалмаш». И сегодня не совсем привычный ракурс для многих наших зрителей. Дело в том, что мы находимся на втором этаже. На втором этаже будущих складских помещений. Здесь уже начато формирование перекрытий, расстелен профлис. Далее будет произведено усиление арматурой, ну и последующая заливка бетоном. Таким образом, мы с вами получим готовое напольное покрытие, по которому будут передвигаться и сотрудники, и специализированная техника, ну и, конечно же, то, что будет здесь складироваться. Я думаю, что в этом видео вы сможете увидеть много нового и интересного от того, что наши строители успели сделать с прошлого нашего видеоролика. Поэтому приятного вам просмотра, наслаждайтесь увиденным.